Всем привет! Сегодня приготовим замечательный мармеладный апельсиновый джем. Это лучший джем для использования в начинках в разных десертах. Нам понадобятся тщательно вымытые апельсины и один лимончик. С одного апельсина мы должны снять цедру, и с одного лимона также мы снимаем цедру, только желтую ее часть. Теперь нужно правильно почистить апельсины. В идеале не должно остаться ни одной пленочки или прожилки. Вырезаем мякоть. Теперь мякоть апельсина нужно взвесить. От веса апельсинов зависит количество сахара. Я оставила 500 грамм мякоти. Для этого количества берем 225 грамм сахара. Из общего количества сахара берем 2 столовые ложки и добавляем 7 грамм яблочного пектина. И тщательно перемешиваем. Отправляем апельсины в ковш или в кастрюлю, желательно с толстым дном. Добавляем цедру. И всыпаем смесь сахара и пектина. Перемешиваем и отправляем на средний огонь. Доводим до кипения и всыпаем оставшийся сахар. Варим после закипания 5 минут, постоянно помешивая. Для более насыщенного цвета можно добавить четверть чайной ложки куркумы. Ну, этого можно не делать, это по желанию. А еще я предлагаю вам поэкспериментировать со вкусом. Добавим специи. У меня есть вот такой вот набор, смесь для варенья. Он достаточно острый, я из него забираю бадьян, перец чили табаско и пару можжевеловых ягод. Перемешиваю, довожу до кипения, кипячу приблизительно пару минут и выключаю огонь. Из готового джема специи я обычно удаляю. Джем готов, переливаем его в баночку чистую, даем немножечко остыть, накрываем крышкой и убираем в холодильник. В холодильнике джем загустеет и приобретет мармеладную текстуру. Еще он очень ароматный, а специи придают ему пикантный и интересный вкус. Приготовьте обязательно этот джем, я уверена, он всем понравится. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. Я желаю вам всем приятного аппетита и до новых встреч!